Любовь для стоящих, слова для настоящих, для тех, кто ценит жизнь и чьи сердца горячие. Поехали, по! Наше время порой очень быстро улетает, и мы его не можем вернуть. Как жалко. Так как я работаю в магазине, в котором продаются настольные игры, у меня есть возможность просто брать игры к себе домой за бесплатно, а потом их возвращать на следующий день. И на самом деле вот именно в этой домашней группе мы будем говорить о фестивале «Надежды». И я уже спрашивал ребят, и каждый из них, они придут на фестиваль и приведут с собой туда также своих друзей. Для всей Латвии это очень большое мероприятие, и они очень сильно ждут этого. Хорошо, да. Я действительно читаю христианский рэп, сам его пишу, ищу христианских музыкантов, которые могли бы это все сделать музыку для этого. И потом этим выступаю по разным мероприятиям, по разным городам и несу Евангелие таким образом молодежи и подросткам. У микрофона представитель города Рига. Жизнь — это игра и открытая книга, где каждый новый день как новая страница. Рига, 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 ты моя столица. Храмы, каналы, районы старые, улицы, кварталы, новостроек понаставили. Большая драма, мир катится в ад, не познав Иисуса, а кто виноват? А Бог в это время смотрит с небес, его огорчает драматический процесс. И на фестивале «Надежды» я буду душепопечителем. Вот именно такими подростками и молодежи я буду собираться, общаться с ними и потом буду проводить время вместе с ними и приглашать их на домашнюю группу. Надо молиться о мудрости, надо молиться, чтобы хватило делателей, потому что жатвы будет очень много. Я знаю, и просто нужно молиться о тех делателях, о том, чтобы нам хватило мудрости, как всех их собрать и чтобы они взрастили в Бога. Потому что, ну, покаяться одно, а вот чтобы они начали уже сами двигаться. Потому что каждый из них, он будет же маленький ребенок, которого нужно будет вынашивать и проводить с ним время. И о делателях, да, о людях, чтобы просто были эти люди, были эти отцы, матери, веры, там, которые могли бы взять ответственность и вот реально так, да,